Добрый день. Сейчас послушаем с вами вот этот замечательный ресивер SR Hitachi SR-803. Сейчас у нас настроен радио Эрмитаж. У него прием средний, скажем так. Ну, значит, если включить кнопку мута, которая шумы между станциями, то как бы он может принимать уже только сильные станции. Сейчас я вот ее опять нажал, чтобы отключить этот режим. Видите, вот он сработал. Ну, я посмотрю. Как бы не сгореть. Приобрести есть. На кусок провода сейчас не принимает. Я высоко оценил работу Росгвардии по реализации профилактических. Вот, ну, вот. Поэтому... Когда станцию захватывает, то уже можно отключать. Но лучше искать станции в положении отключенной, значит, мутинка. Как видите,
усилительная часть у него и тюнер работают нормально. Сейчас мы с вами послушаем компакт-диск и посмотрим, ну, по низам у него очень хорошо. Выходная мощность 2 по 50 ватт. Так, сейчас мы поставим компакт-диск и слушаем на 9 часов где-то. Thank you.
Ну вот, как видите, усилитель у этого ресивера очень хорош. Играл он сейчас этот ресивер на акустику Philips 489. Она у меня есть в обзорах и в продаже стоит. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания. До новых встреч. Это у меня второй такой ресивер. Был еще 703 и, по-моему, 503. Ну, все вот эти Hitachi ресиверы, в принципе, неплохие. Как бы борозду не испортят. Ну, до свидания. До новых встреч.